Да кто же это? Что-то мне не по себе. Шамиль, ты что стоишь? Васька, мне страшно. Кто это? Почему мы от него убегали? Шамиль, ты что? Фредди не знаешь? Не знаю. А что? Да его все знают. Ребята, вот вы знаете, кто такой Фредди? Я уверена, что ребята его не знают. Шамиль, отстала эта собака. Ребята, напишите мне в комментах, кто знает, кто такой Фредди. А мне лучше поставьте лайк. Шамиль, лайк это само собой. Ребятам нравятся наши ролики, и они всегда нам ставят лайки. Васька, ну скажи мне, кто такой Фредди? Фредди? Это монстр! Ой! Вот тебе и ой! Это страшный монстр из компьютерной игры! Фредди, аниматроник! Ой! А что он делает около нашего дома? Не знаю. Пойдем посмотрим. Мне что-то страшно. Мне тоже. А может, не пойдем? Ну, интересно же. Да, интересно. Тогда пойдем. Ладно, пойдем. Лежит. Что это с ним? Сдох. Правда, что ли? Да нет, конечно. Он же компьютерный. Вот и сидел бы в своей компьютерной игре. Чё к нам притащился? Шамиль, я поняла, почему он тут валяется. И почему? Ну, у него батарейки сели. Класс! Значит, он сейчас совсем не опасный. Да. Давай подойдем поближе. Васька, а может быть его подзарядить? С ума сошла? Жить тебе, что ли, надоело? Ой, слышишь? Я не поняла. Но мне показалось, что кто-то мяукал. Может быть, это Фредди мяукает? Ты чё? Как Фредди может мяукать? Вот, опять мяукает. Шамиль, это не Фредди мяукает. Это кто-то внутри него мяукает. Как это может быть? Очень просто. Вот если бы ты не убежала, сейчас тоже внутри него мяукала бы. Я не могу мяукать. Да какая разница, не тупи, Шанелька. Ну не мяукала бы ты, а скулила. Вася, объясни мне, почему я скулила бы? Ты меня уже достала. Если бы ты не убежала, Фредди бы тебя проглотил. Вот бы ты и сидела сейчас у него в животе и от страха скулила бы. Поняла? Теперь поняла. Ой, опять кто-то мяукает. Да не кто-то, а это Фредди кошку проглотил. Ой, вот тебе и ой. Нужно срочно спасать. Кого спасать? Фредди? Шамиль, ты от страха весь свой маленький ум потеряла. Ну, Васька. Ну что, Васька? Кошку нужно спасать, а не Фредди. А как? Сначала его нужно отнести домой. Ой, Васька, Фредди шевелится. Ой, оживает. Помогите, зарядите. Помогите, зарядите? Да, если вы меня сейчас не подзарядите, я скоро совсем разряжусь. И тогда уже никто и никогда мне не сможет помочь. Хорошенькое дело. Мы тебя подзарядим, а ты нас потом проглотишь. Нет, не проглочу. Ну кошку же проглотил. Я больше так не буду. Помогите. Шамиль, нужно помочь. Я не согласна. Нет, Шамиль, ты
видишь, человеку плохо. Значит, ему нужно помочь. Какой это тебе человек? Это же монстр. Ну да, но это же умирающий монстр. Значит, ему нужно помочь. Я ему сейчас помогу. Дам кирпичом по голове. И готово дело. Нет, Шанелька, лежачего не бьют. Фредди, ты можешь встать и пойти к нам домой? Могу. Ну, пойдем. Мы дома постараемся тебе помочь. Фредди, ты можешь лечь на стол? Могу. Ложись. А ты, Шанелька, тащи сюда подзарядку. Сначала пусть он выплюнет кошку. Точно. Фредди, выплюни кошку. Я не могу это сделать. Это еще почему? Потому что я запрограммирован только на глотание. Функция выплюнуть у меня отсутствует. Вася, ты это слышала? Крошечка, не плачь. Мы что-нибудь придумаем и спасем тебя. Да что вы так переживаете за этой котяры? Вы такие красивые, беленькие. Она некрасивая, черная. Что? Что? Черная? Шанель, а ты видела сегодня Никису? Нет, кажется, не видела. Я тоже не видела. Да хватит уже вам разговаривать. Скорее спасайте меня. Я уже отключаюсь. Отключился. Шанель, тащи скорее отвертку. Зачем? Мы его будем вскрывать. Как это вскрывать? Да очень просто. Я ему откручу все винтики сбоку, и мы заберемся в его живот и спасем Никису. Вася, а ты думаешь, что он съел нашу Никису? Ну, я, конечно, не уверена, но вскрыть нужно. Даже если это не Никиса, нужно спасти кошку, которую съел этот монстр. Да, конечно, я побежала за отверткой. Вася, что это? Не знаю. Я боюсь идти одна. Но если мы пойдем вдвоем, то значит Фредди останется один. Да что с ним сделается, с твоим Фредди? Но он не мой. Ты же его сюда притащила. Знаешь что, Шанелька, если бы не я, ты сейчас бы была у него в животе. Ой, страшно. Ну ладно, Васька, не сердись, но все равно пойдем вместе. Ну ладно, пойдем. Ой, а я же не знаю, где лежит эта дурацкая отвертка. Наверное, в той комнате. Ай, помогите! Ну где же найти эту отвертку? Сейчас такое видела! Шанелька, я тоже такое видела! Я там чудовище! Там тоже чудовище! Давай скорее спрячемся и обсудим, что же нам делать. Влипли! Да уж, влипли так влипли! Вась, а кто это там в комнатах? Это все аниматроники!
все они Фредди, что ли? Нет, но они все из одной компании. Бонни, Фокси, Чика. Все одна банда монстров. Прекрасно, и все они у нас дома. Это ужасно. Ну что же делать? Мы должны спасти кошку, которую проглотил Фредди. А вдруг эта кошка тоже монстр? А если это все-таки не киса? Шанель, смотри, отвертка лежит. Точно, отвертка. Все, Васька, была не была. Пойдем спасать котяру, даже если это никакая не Никиса. Васька, скорее откручивай, а то сейчас сюда эти монстры явятся. Я стараюсь изо всех сил, но не так-то просто все это открутить. Ой! Откуда взялась эта мышь? Из живота вылетела. Так значит, это не кошка мяукала, а мышка пищала? Не знаю. Вася, да у него не живот, а склад забытых вещей. Ой, а это что такое? Кишки лезут. Какие тебе кишки? Он же робот. А кишки откуда? Это не кишки, это провода. Васька, давай их обратно запихнем. Ой, опять кошка мяукает. Эй, кошка, ты жива? Кошка, вылезай скорее. Никиса! Никиска! Ну, конечно же, это я. Я же вам все время мяукала и кричала из живота, что это я. А мы не слышали. Да, мы слышали только мяуканье. Кошки, Шанелька, я вас везде ищу, а вы тут прохлаждаетесь. Это мы прохлаждаемся? Да у нас тут такое творится! Вы бы посмотрели, что творится внизу. Там собралась целая банда монстров. Ой, а это кто у вас тут на столе лежит? Вася! Беда! Фредди оживает! Это мы пошевелили его провода! От этого они подзарядились, и теперь он ожил! Ай! Я не хочу снова попасть к нему в живот! Не бойтесь, кошары! Вы мне помогли, и я вас не трону! Не тронешь? А твоя банда, ой, ну, то есть команда, которая внизу, тоже нас не тронет. Значит, ребята подтянулись. Не бросили меня одного в беде. Молодцы. Фредди, а ты можешь их всех забрать и уйти из нашего дома? Фу, какие вы недосциплинные. Нет, Фредди, ты не думай о нас плохо. Мы вам, ну, конечно же, очень рады. Но знаешь, Никиса, она вот еще как-то не оклемалась. Плохо себя чувствует. А Никиса — это та черная кошка, которую я проглотил? Да, это она. Но она ушла, у нее, понимаешь, с нервами не в порядке. Какие вы все слабонервные. О, мои ребята меня зовут. Сейчас сюда придут. Фредди, прошу тебя, забирай своих ребят и уходите. Да, проваливайте. Шанель, что ты такое говоришь? Ой, я хотела сказать, может, чайку попьете? Шанель, закрой рот. Все, молчу. А ты, собачка, молодец. Спасибо, что на чай приглашаешь. Но мы, пожалуй, пойдем. У нас еще дела остались. А мы к чаю к вам в другой раз придем. Марфа, сиреноголовый сюда идет. Никиса, ну какой еще сиреноголовый? Ты что, сиреноголового не помнишь? Ну, помню, конечно. Но с какой стати он идет к нам? Thank you.
Их что, двое? Да если бы! По-моему, их тут целая куча! А как ты думаешь, Никиска, зачем это они к нам идут? А вот это мы сейчас узнаем! Ты что, хочешь спросить это у сиреноголовых? Нет, это я хочу спросить у Васьки и Шанельки. А ты думаешь, они знают? Даже не сомневаюсь. Опять что-то натворили? Сиреноголовые идут к нам неспроста. Васька, смотри, какую прикольную штуку я нашла. Интересная штука. Похоже на чей-то домик. Где ты видела такие домики? Это на чемодан похоже. А мне кажется, что на домик. А мне на чемодан. Неважно, давай домой заберем. А вдруг это чья-то вещь? Как это чья-то? Раз стоит около нашего дома, значит она наша. Ну да, давай заберем, в хозяйстве пригодится. Васька, слышишь? Слышу. Что это за звук? Какой-то знакомый звук. Давай, скорее забираем эту штукенцию и линяем отсюда по-быстрому. Васька, а куда мы эту штуковину поставим? Давай ее оставим здесь. Когда Коля придет домой, то сразу ее увидит и обрадуется. А точно он обрадуется? Не сомневайся, Коля любит всякую технику. А эта штуковина техника? Конечно, а то что же? Васька, а ты в инете посмотри. Ну так, на всякий случай. Лучше точно узнать, что это за фигня такая. А это идея. Молодец, Шанелька, соображаешь. Ой! Что случилось? Да это же штука сиреноголового. Как сиреноголового? Вот, смотри, он даже объявление дал, что у него пропал кому? Ой, я не могу выговорить, но на фотке вот она, наша штуковина. Шанель, слышишь? Сиреноголовый пришел. Так вот, что это был за звук. Шанель, Васька, вы где? Никиска нас зовет. Наверное, увидела сиреноголового. Васька, мы пропали. Немедленно идите сюда. К вам гости идут, сиреноголовые. Что вы на этот раз натворили? Ой, Шанелька, придется идти. Ничего не поделаешь. А может быть, лучше сразу спрячемся? И от Никиски, и от сиреноголовых. Тебе что, Шанель? Жить надоело! Пошли! Никисонька, ты только не нервничай! Мы ничего плохого не сделали! Ничего плохого не сделали? А эта банда сиреноголовых зачем к нам притащилась? Мы пропали! И здесь, наверное, 100 штук! Нам с ними не справиться! Ой, как страшно! Какие уродцы! Я таких раньше никогда не видела. Вон идет сиреноголовый с 4 головами. А у этого голова на ниточке болтается в разные стороны. Смотри, Марфа, как у него голова крутится. Может, сейчас оторвется? Ой, Никиска, а этот вообще без головы. Где он ее, интересно, потерял? А впереди предводитель. Красавчик. Самый злой, наверное. Я придумала! Я знаю, кто нам поможет! Кто? Кто нам поможет? Аниматроники! С ума сошла! Они нас первыми и съедят. Даже сиреноголовым ничего не оставят. А вот и оставят. Ты что, забыла, как мы помогли Фредди? Да если бы не мы, он превратился бы в металлолом. Точно, Васька! Скорее зови на помощь аниматроников! Ребята, пока Васька звонит Фредди, поставьте нам лайки и скорее подпишитесь на наш канал! Потому что если у нас будет много подписчиков, то нам не страшен никакой сиреноголовый! Все, готово! Фредди согласился нам помочь! Они сейчас сюда прибегут! Ой, кошки,
мне страшно. Я лучше спрячусь. Надеюсь, здесь меня ни сиреноголовый, ни аниматроники не найдут. А это еще что за шум? Ура! Аниматроники пришли нам на помощь! Нужно срочно обрадовать кошек! Пришли, пришли! Идут! Марфа, ты чего кричишь? С перепугу голову потеряла? Ничего я не потеряла! Там на заднем дворе! Что? И там сиреноголовые? Да нет же! Там идут нам на помощь аниматроники! Зашибут! Василиса! Привет, Шанелька! Привет, Фредди! Привет, друг! Что у вас случилось? Понимаешь, Фредди, мы с Шанелькой притащили домой классную штуку! Да, а это оказался какой-то аккумулятор, что ли? Да, аккумулятор называется! Может быть, аккумулятор? Точно, он! Только этот аккумулятор... Аккумулятор! Да какая разница? Главное, что он принадлежит сиреноголовым. И они пришли за ним. Они нас убьют! Плохи дела. Аккумулятор им очень нужен. Без него они, как и мы, не могут жить. Фредди, помоги, спаси! А нам этот аккумулятор совсем даже и не нужен. Зачем же вы его у сиреноголовых украли? Ты чё, Фредди? Не крали мы ничего! Он около наших ворот валялся! Мы думали, что он ничей! Коле хотели подарить! Ладно, попробую вас спасти! Да уж, пожалуйста, Фредди! Вспомни, как мы тебе помогли! Ура! Фредди нам поможет! Подожди радоваться! Вдруг сиреноголовые сильнее аниматроников! Ой! Ну если сиреноголовые сильнее, нам полный капец! Пойдем, посмотрим из окна! Сейчас будет смертоубийство! Шанель, давай отдадим им этот аккумулятор! Точно, Васюха! Я побежала! Какая все-таки Шанелька смелая! Настоящая овчарка! Стойте, стойте, подождите! Возьмите свой аккумулятор! Вот, берите его и валите отсюда! Ой, я хотела сказать... Возьмите его, пожалуйста, себе насовсем. Он нам не нужен. Молодец, Шанелька! Ты самая смелая на свете овчарка! Васька, я не овчарка, я шпиц! Чика, а чего это ты за компьютер засел? Отстань, Никиса, я играю. Играет, вы посмотрите на него. Осень на носу, дети в школу учиться пошли.
А ты, взрослый котяра, в игрушки играешь? Да, играю. И вообще, делаю, что хочу. Я же кот. Лентяй! Лучше бы мышей наловил на зиму. И вообще, почему аниматроники? Прошлый век. Они давно не в тренде. И никто в эту игру уже не играет. Ну как же, ностальгия. Попугаться же можно. Ха-ха, это уже похоже на разговоры старого деда. Никиса, ты совсем обалдела. Хватит надо мной смеяться. Вот придет Фредди, и будешь знать, что у нас тут происходит. Вася, ты погляди, Чика превращается в деда. Хватит меня бесить. Придет Фредди и сожрет тебя. Что за детский сад вы устроили? А пусть даст нормально поиграть. В допотопные игры? Чика, дед, дед инсайд. Никиса, прекрати дразниться. Ух, Никиса, я тебе обещаю, Фредди придет за тобой. Чика, не балуйся. Достали вы меня оба. Ну и пожалуйста. Чика, хватит играть. Иди лучше делом займись. Да достали вы меня. Это тоже дело вообще-то. Полезное? Ой, все, надоели. Вот же драндулеты. Каждый раз, как маленьких, по углам растаскивать приходится. А потом мирить их. Ой! Дурак, Чика, я ведь все по делу сказала. Сиди за своим компом, не делает ничего, а я еще и виновата. Каждый раз одно и то же, делает какую-нибудь фигню, а ему и слова сказать нельзя. Зато самый красивый, самый смелый, самый важный, а чуть что под кровать лезет. Никиса! Никиса! Иди мириться! Ой, что это было? Какая же эта Никиска вредная! Что ни делай, все ей не нравится. Нельзя минуту посидеть спокойно, своими делами позаниматься. Зато как только проблемы, сразу Чика, Чика, что делать? Фу! Вот правда, забрал бы ее Фредди. Надоела мне эта дрянная кошка. Ой, что это? Ветер, что ли? Вроде нет, все окна закрыты. Странно как-то. Помогите! Никиса, что случилось? Ты чего такая напуганная? Не знаю, тут что-то грохнуло в кладовке. Фу, ерунда, ты чего такая пугливая? Наверное, мячик упал или коробка. Барахла-то там полно. Мне как-то не по себе. Ой, дуреха, ты что, поверила, что за тобой Фредди придет? Да ничего я не поверила. Глупость это все для детей. Ой! Вот, я же говорила. Да ничего страшного. Двери в домах иногда открываются. В домах с привидениями? Посмотри, у нас все окна закрыты. Дай, балкон проверю. Вася, дверь на балкон тоже закрыта. Это не может быть ветер. Вася! Вася! Ты чего мне не отвечаешь? Вася! Ох, помогите мне кто-нибудь! Вася, с тобой все хорошо? Как же мне страшно туда подходить! Никиса! Ты чего так долго? Что? Никиса, ну что там с дверью? Что здесь происходит? Ты это о чем? Ты только что стояла напротив двери и не двигалась.
Вася, я не могу больше, пошли отсюда. Дуреха, не глупи, иди сама посмотри, там никого нет. А чего ты тогда пялилась туда кучу времени и не двигалась? Ничего подобного, иди, посмотри сама. Не хочу. Ну как хочешь, тогда я сама зайду туда и покажу, что там никого нет. Вася, не надо! Ты что, не слышала? Шорох только что! Я ничего не слышала! Вася, нет! Ужас какой! Это что вообще было? Вася, Никиса, вы где? Вася! Никиса! Куда они подевались? Обиделись, что ли? И кошки обиделись, и не поиграл толком. Эх, пойду поищу их. Ну все, Никиса, я пошла. Нет, 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 Вася, здесь что-то не то. Да все здесь то. Нет, ты как вкопанная стояла минут 5 перед дверью. Хватит врать, Никиса. Ну что ты, что Чика, как дети со своими сказками. Вася, нет. Где вы? Хватит обижаться! Васька! Ёшки-матрёшки! Ну тебя-то я чем обидел? Никиса! Ты же сама меня дразнила, а теперь обижаешься! Ну куда вы обе делись? Все, я устал искать. Захотят обратно дружить, сами меня найдут. А я не прячусь, в отличие от некоторых. Вася! Вася! Вася, нет! Ох, нет, это Никиса, волос сверху. Что-то случилось. Никиса, я иду. Никиса, Вася, что случилось? Чика, Чика, там Вася. Успокойся, Никиса, я ничего не понимаю. Вася, дверь, там монстр. Какой еще монстр? О, нет. Ты тоже что-то видел? Меня жутко напугали красные глаза в гардеробной внизу. Да-да-да, здесь тоже были красные глаза в темноте. И Вася! Где она, кстати? Я и пытаюсь тебе сказать. Она сначала стояла как вкопанная, а потом пошла туда, и дверь захлопнулась. Не понял, ты не смогла ее остановить? Я пыталась. Она туда пошла, чтобы доказать мне, что там никого нет и что там не страшно. Дверь до этого открылась сама по себе, а она как будто бы этого не заметила. Кошмар какой, Никиса! Надо Васю спасать! Чика, мне страшно! Я вообще не понимаю, что происходит. Может, это Фредди? Фу ты, ерунда какая! Ты же не призывал Фредди! Нет, я шутил! Я не разглядел, но кажется, Фредди! Это невозможно! Ты же его не призывал? И не призывал! Признавайся, Чика, дурень! Чего ты сразу обзываешься? Никого я не призывал! Я хотел тебя напугать немного! Допугался! Это чудовище сцапало Васю! Ой-ой-ой! Что же нам делать-то теперь? Что-что-что?
Васю спасать, конечно. Да как? Он же здоровый и очень страшный. У нас Вася обычно голова всех операций по спасению. А у меня нет идей. Как будто у меня есть. Фредди не видно? Вроде нет. Я его не слышу и не вижу. Значит, он за нами не побежал. А странно, хотя у него есть Вася. Ой, Чика, ты слышишь? Это опять он. Я ничего не слышал. Это точно Фредди. Мамочки, он здесь. Никита, бежим. Как думаешь, он нас здесь не достанет? Может и достанет. Я его в первый раз здесь в гардеробной увидел. Мне кажется, он сейчас там. Ну иди, проверь. Никита, ты что, с ума сошла? Не пойду я туда. Пошли отсюда. А вдруг это Вася скребется, и ее надо выпустить? Никита, это не Вася. Говорю тебе, пойдем отсюда. Нет, я все-таки посмотрю. Да что же такое, Никита? Я тебе говорю, не делай этого, не ходи туда. Отстань, Чика. Васю из-за тебя сцапали, между прочим. Ну вот, опять я виноват. Сцапаю тебя сейчас. Не кричи потом, чтобы я тебя спасал. Вот и не буду. Ты все равно без нас ни на что не способен. Вася, Вася, это ты? Ты там? Выходи! Вася, не шути так. Мы с Чиком очень волнуемся. Никита, уходи оттуда! Никита, балда! Я же тебе говорил! Я должна была попробовать. А если бы это была Вася? А тебя не смущает, что Вася ответила бы тебе? А вдруг ей рот зажали? Или она вообще связанная там сидит? Не фантазируй. Нет там Васи. Мы вообще без понятия, где она. Это все ты виноват. Да почему я? Это ты Фредди призвал. Да не призывал я никого. Никита, что с тобой происходит? Все со мной нормально. Это ты вечно косячишь. А Васе разгребать приходится. А теперь ее нет, и мы не можем ее спасти. Бесполезный, Чика. Лучше бы тебя не было. Никита, стой! Там же Фредди. Вот тебе раз. Ну за что она меня так обидела? Я ведь ничего плохого не сделал. Просто играл и помогал всегда, если что-то случалось. Никита, зачем она убежала в дом? Там же Фредди. Помогите! Чика, на помощь! Нет! Чика, болван! Вечно все с ним не так. Не боюсь я тебя, Фредди. Накосячил опять. Призвал это чудовище ходячее, которое украло Васю. И что теперь делать прикажете? Никита, думай, думай, давай же! Стоп, он же из игры. Что если он спрятал Васю в игре? Надо хотя бы попробовать. Вася, Вася, ты там? Какое счастье! Ой, Никита, это ты, как здорово! Я так напугалась! Ты живая? Фредди тебя не поранил? Нет, но я не могу долго говорить. За мной следят его дружки. А где Чика? Я не знаю. Он мне не нужен. Он дурак. Сама тебя вытащу. Никита, осторожно! Никита, сзади! Помогите! Чика! На помощь! Нет!
Никиса! Да что ж такое? Никиса, где ты? Никиса! Нет, 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 нет! Никиса, где ты? Чика! Никиса, Никиса! Никиса! Никиса, Никиса! Неужели ее тоже похитил Фредди? Никиса! Никиса! Где ты? Ух, этот Фредди, ну попадись мне! Кишки выпущу! Ой! Ох, это точно Фредди! Что же мне делать? Он такой страшный! Надо бежать! Может спрятаться под креслом? Чика, я тебя догоню! Скорее, надо спрятаться куда-нибудь, где он меня не достанет! Я везде найду тебя, трусливый кот! Нет уж, не найдешь! Чика, ты где? Чика, я тебя найду! Вылезай, котик! Нашел! Иди сюда! Нет! Я тебе не дамся! Как же так? Ну как же так? Я ведь не призывал его! Как так получилось? Котик! Чика, я знаю, что ты здесь! Я тебя чую! Как же страшно! Он уже поймал Никису и Васю! На меня вся надежда! Иди сюда, и я тебя поймаю! И у меня будет коллекция кошек! Я всегда убегаю и прячусь! А у него Вася и Никиса! Я должен их спасти! Я сам должен быть храбрым! Стой, Фредди! Ты меня так просто не заберешь! Я буду сражаться! Привет, Чика! Что, страшно тебе? Страшно! Но я должен спасти Васю и Никису! Защищайся! Ха-ха-ха, Чика! Боевой настрой! Ну давай попробуй, срази меня! Так я и сделаю! Сбежал трус! Ой, что за ерунда? А ну прекращай свои фокусы и иди сражайся, как настоящий зверь. Где Вася и Никиса? Я спрятал их у нас в игре. Зачем ты это сделал? Как зачем? Ты же сам призвал меня и сказал, что я должен быть страшным. Я тебя не призывал. Призывал? Ты трижды сказал, Фредди придет за тобой. Что-то я не помню такого. Ты ссорился с Никисой и пугал ее, и я решил тебе помочь. Хороша помощь, спрашивать надо. А ну, быстро, верни их. Ха, глупый кот, меня так просто не победить. Так ты сбежал с поля боя, а эти чудики здесь для чего? Их сейчас тоже побью. Верни моих кошек. Не надо бить, мы не придем. Не кипятись, котик. Я не верну тебе кошек, пока ты действительно всех не победишь. Но не грубой силой. Ее ты уже показал. Что еще за бред ты придумал? Друзья, нас ждет танцевальный батл. Чего? Ты с дуба там рухнул? Какой такой танцевальный батл? Самый обычный. Все по очереди танцуют, а я выбираю победителя. Нет, мы не будем участвовать. Ну что за ерунда? Я боевой кот, я защищаю семью, а ты из меня шута делаешь. Мы тебе не слуги и не дураки, чтобы под твою дудку плясать. Задание есть задание. Чика, выполняй. Не смей мной командовать. Мы не будем танцевать. Молчать, червяки, а то я ваш код из программы сотру. А ну, вылезай, трус, или я выключу компьютер, и ты пропадешь навсегда.
Да пожалуйста, но не забывай, со мной навсегда пропадут твои Вася и Никиса. Ха-ха-ха-ха! Зараза! Эх, чего только не сделаешь ради друзей! Итак, вступает странная птица. Она немного стесняется. Давай, рви танцпол! Ого, что-то пошло не так. Птица выбывает из батла. Обезьяна рвется в бой. Похоже на тектоник. Ничего интересного, друзья, смотрим дальше. Вы только гляньте на это, лемура не остановить. О нет, кажется, он уснул. 0 очков. Еще один кандидат на звание победителя и снова нет. Он чего-то испугался. Итак, наш последний претендент. Встречайте Чика. Ох, и надеру я тебе мягкое место, медведь недоделанный. Друзья, это просто феноменально! У нас неоспоримый победитель танцевального батла! Это Чика! Берлогу, Фредди! Я выполнил твои дурацкие условия! Верни моих друзей! Так и быть, возвращаю! Чтобы я еще раз так позорился! Все ради Васи и Никисы! А ну, давай быстрее! Хорошо, хорошо! Вот твои кошки! Никиса! Ура! Вы спасены! Чика! Ох, Чика! Какое счастье! Ты цел! Чика, Чика! Это дурацкий Фредди! Это был он! А ты? Ты так круто танцевал! Ого! Спасибо, Никиса! Больше Фредди никого не обидит! Я знатно его отлупастил! Он похитил нас! Успокойся, Никиса! Мы же живы и здоровы! Он нам ничего плохого не сделал! Я устала торчать в этом игровом пространстве с его бешеными дружками! Никиса, хватит! Какая муха тебя укусила? Я слышал, что ты сильно обидела Чика! А он ведь сам в одиночку вас спас! Ой, Чика! Я такая дурочка! Прости меня, пожалуйста! И ты очень здорово танцуешь! Не знала, что у тебя такой талант! Больше не говори, пожалуйста, что я бесполезный! Это больно! Что ты там ему наговорила, балбеска? Это уже не важно! Прости меня, Чика! Я очень тебя люблю! И рада, что мы одна семья! Ты настоящий герой! То-то же!